Жители активно пересаживаются на велосипеды. Это и экологично, и удобно, и полезно для здоровья. Проблема только одна – сохранность этого имущества. К сожалению, в летний период статистика краж такого транспорта резко возрастает. Воровство велосипедов – настоящий бич мегаполисов. Головная боль владельцев двухколесных коней и полицейских. Велосипеды тащат отовсюду – из подъездов, от магазинов, с детских площадок. За летний период 5 совершенных преступлений – в городском округе Воскресенск. Ну, соответственно, еще лето только началось, будет продолжаться. В основном велосипеды украдены с подъездов жилых домов. А вот эти двери, которые на замках, железные, они помогают? Нет, железные двери не помогают, железные замки, железные тросики тоже не помогают. Полицейские регулярно проводят профилактические акции прямо на улицах. В личном общении рассказывают об опасностях, подстерегающих владельцев велосипедов. В акциях принимают участие и представители общественного совета при УВД. Если вы велосипед закрепите на цепное устройство, все равно эти вещи перекусываются, замки открываются, велосипед воруется. Да, я знаю. Все, обязательно заводите велосипед домой, закрывайте двери. Не оставляйте в подъезде ни в коем случае. Да, и вот смотри, своим друзьям расскажешь и покажешь о том, что очень часто крадут не только велосипеды, да, но и коляски. Знакомые будут знать о том, что где нужно обязательно хранить вот эти вот вещи. Скажи, пожалуйста, а где вы хранишь велосипед? Ну, дома. Дома, это где? В квартиру заводишь, ну, или в подъезде? Ну да, в квартиру. Квартиру, так не оставляешь его в подъезде? Не, вот если домой зайти прямо на 5 минут, то бывает, это в подъезде оставляю. В подъезде. Я бы тебе советовал бы его тоже заносить домой, пометить его каким-нибудь фломастером или еще чем-нибудь, чтобы ты данный велосипед смог всегда свой узнать, опознать. И ни в коем случае не оставляй. Также скажи своим друзьям, товарищам. Кроме велосипедов крадут также самокаты и даже детские коляски. Скажите, пожалуйста, вы данную коляску где храните? В подъезде. В подъезде. Пристегиваете ее чем-нибудь? Нет. И не переживаете, что ее украдут? Как у нас порядочный подъезд, лишние посторонние люди ходят к нам. А почему вы так уверены? Так уверены. Если вы оставляете в подъезде, вы должны хотя бы какой-то номер идентификационный запоминать или там как-то пометить данную коляску. Итак, меры предосторожности. Самое главное – не оставлять личное имущество без присмотра в подъезде или у магазина. Также можно сделать гравировку на скрытых деталях для дальнейшего опознания, если такое потребуется. Татьяна Колганова, Евгений Страдубов. Новости Искровект.